дозвольте, я представлю Оксана Шевчук, тренер з інтелекту, завітала до нашої ранкової студії. Доброго ранку, дякую, що знайшли час. Сьогодні будемо говорити про стратегії творчого мислення та як активізувати своє творче «я». Так. Для мене це загадка всіх загадок, але вам слово, розказуйте, показуйте, а ми будемо практикувати. Добре. Доброго ранку. Доброе утро. Если позволите, я продолжу на русском языке. Будь ласка. Действительно, творчество сейчас – это одна из самых необходимых способностей, которую нам нужно использовать. Представьте, что у вас есть компьютер, но этот компьютер работает только наполовину. Это наш мозг. Фактически, самое удивительное, что если мы позволим ему работать в полную мощность, то это будет не 100%, да, как мы привыкли, а 100, наверное, тысяч, да, процентов возможностей от нашего мозга. Фактически мы используем только половину, потому что нас в школе учат мыслить линейно, да, мы думаем левым полушарием, то есть анализируем, работаем с массивом информации. Творчество фактически мы оставляем в детском саду, когда мы рисовали, писали, дурачились, играли. Поэтому сейчас, когда мы живем в 21 веке и технологии ушли далеко вперед, нам очень важно включить как раз вторую половину своего мозга, правое полушарие, которое отвечает за творчество, за различные моменты, когда мы рождаем новые идеи. Тобто сьогодні ми будемо намагатися вмикнути нашу творчість, нашу праву сторону мозку. Боже, це дуже цікаво, давайте переходимо, да, до цього. Що для цього потрібно робити? Да. Для начала ми виконаємо перше упражнення, ми будемо синхронізувати роботу двох полушарів. Для цього ми візьмемо дві ручки. Так, ну то ось, беремо дві ручки, налаштовуємось. Ми з Тетяною теж будемо випробовувати на собі, ми не готувалися до цього. Так. И пишем слово «мама», самое простое слово, двумя руками. О, Боже! При этом пробуем его писать зеркально, зеркально, да, то есть из середины наружу. Писать двумя руками мы можем как угодно. Мы можем писать в одну сторону, мы можем писать из середины наружу, да, изнутри в центр. Це складно, друзі. Це складно, да. Однако постепенно нагрузку надо усложнять, потому что становится легко, включаются зеркальные нейроны, и постепенно мы замечаем, что таким образом писать возможно. Но что самое интересное, через время вы заметите, что вы можете даже писать стихи, и какие-то такие вот моменты интуитивные будут включаться. Слухайте, а як, ну, як багато чи як часто це треба практикувати, отак писати, скільки разів на день для того, щоб потім вірш вже написати обома руками? От, от як це? Кожен день. Кожен день 10 хвилин. От ви встаєте, ви робите зарядку, ви чистите зуби, да, ви займаєтесь такими от елементарними вещами, но здесь это важно включать, виключати інерцію нашого мозку. Тобто мозк – это самый, наверное, такой ленивый орган, который есть. Он привык все переводить на алгоритмы. Ну, представьте себе, что вы живете в городе, но освещены только три улицы, да, а остальные находятся в потемках. И постепенно, выполняя такие вот упражнения, вы включаете свет во всем городе, да, потому что вот эти три улицы, по которым мы ходим каждый день на работу, да, одним и тем же путем, мы постоянно делаем одни и те же вещи, и бывает так, что я вспоминаю и думаю, сегодня я это было или вчера, потому что каждый день фактически то же самое. Для того, чтобы что-то появилось творчество, да, вот эти стратегии, о которых мы сегодня будем говорить, очень важно начать с того, чтобы, да, вот немножечко приучить мозг работать и включать все свои функции. Да. Да. Следующий момент, да, как я уже сказала, что у нас есть разные варианты включения и есть разные виды упражнений. Например, это логические, да, методы и интуитивные. Начнем с логических. Логически – это нам нужно сформулировать задачу, которая перед нами стоит, и дальше попробовать спорить каждый аспект. Предположим, нам нужно сейчас открыть новое кафе. Мы понимаем, что очень много разных кафе, да, и как же нам выделиться, да? Что нам нужно делать? Мы берем и описываем те описания, да, то есть вот то, что свойственно данному кафе, и прям записываем. Например, туда приходят люди, там есть меню, люди платят за еду, да, и также они делают разные вещи, да, там, например, также платят фактически, да, первое за еду и просто фактически, да, платят. Дальше мы возьмем и начнем спорить. Например, люди не приходят, там нет меню,
да, например, они не платят за еду, да, фактически, и дальше они вообще, в принципе, там не оплачивают ничего, да, то есть они ничего там не делают. Там нет еды даже, да, предположим так. Оспорив каждый аспект, мы начинаем искать дальше, а как его, чем его заменить, да, а что можно сделать, как это можно реализовать. Например, там нет еды, да, как это можно сделать, как вы думаете? Знайти и приготовать. Ну так. Приготовать, точно. Например, мы создаем пространство какое-то творческое, креативное, приятное, куда каждый человек может прийти со своей едой, например, организовать свой праздник, да, как вариант. Да? Ну так. Или, например, там нет меню. Мы приходим в это кафе, повар нам говорит, у меня есть такие-то, такие-то продукты, и мы ему говорим, что бы мы хотели, и он готовит специально для нас. Да? Или, например, мы не платим за еду. За что мы можем платить? За время. За час. За час. Вот, то есть вот таким образом, разбивая разные привычные стереотипы, да, мы можем разделять, соединять, синтезировать, добавлять что-то другое, и тем самым находить новые варианты решения. Слухайте, ну це чудово. Це треба вміти і це треба дійсно практикувати, тому що так з першого разу складно, да, підключити, пробудити свій мозок. Які ще є способи, щоб активізувати свою творчість? От, смотрите, творче мислення. Творче мислення можна активізувати з допомогою рисунка. Да? Вот у нас, опять же, є ручки. Так. Що ми можемо зробити? Наприклад, ми візьмемо якесь поняття, предположим, яблоко. Да? И добавим уже теперь одной рукой, мы напишем те прилагательные, которые свойственны этому яблоку. Ну, предположим, яблоко. Смачное. Червоное. Так, еще. Соковитое. Соковитое. Кисле. Угу. Солодкое. А, все пишем? Червоное. Да. Еще. Ой. Солодкое. Доброе. Еще. Стыглое. Стыглое еще. Гниле. Может быть, верно. Дозріле. Дозріле. Зелене. Да. Може воно бути круглим, може бути. Кругле. Угу. Отлично. А тепер давайте напишемо качества, які не свойственні цьому яблуку. Взагалі, в принципі, ніколи вот такого яблука бути не може. Трикутне. Трикутне, добре. Хоча може бути. Якщо ростуче яблуко помістити в сферу, воно буде треугольним. Ну, тим не менше, да? Так, варіант для творчості. Ще не може бути, божечки. Шерстяне. Шерстяне, так, точно. Ого. Шовкове, якщо такого роду. Шкіряне. Шкіряне. Жидке може бути? Може. Ну, якщо з нього вишивити сік. Сок, да? Ну, це вже не яблуко. Ну, це вже сік яблучний, дійсно. Трикутне, шкіряне. Рідке. Угу. Рідке. Горьке. Гірке, ну, чому гірке може, може бути? І що варіанти? Цікаво, слухайте, яким тебе ноутбук стоїть. Яким не може бути яблуко? Так. М'ясним. М'ясним, да? М'ясним не може. Прекрасно. Ви представьте собі, скільки варіантів. От точно так же ми можемо розігнати наш мозок, да? І далі от попробуйте нарисувати якусь композицію, да, яку ви придумали, наприклад, м'ясне яблуко. Ой, Таня, малюй м'ясне яблуко. Или жидкое, да, яблоко. Не сок, а именно яблоко. Или шкиряное, или шерстяное. Шкиряное. Вот так вы можете многое придумать, да? Шерстяное яблоко, в принципе, уже можно придумать, да? Ну, можно, действительно, так. Треугольное, жидкое. И вот когда вы вот так вот включаете в свою фантазию, вы возвращаетесь в детство, где не было ограничений. Одним из университетов был проведен эксперимент, когда группе студентов разделили на две. Одной сказали, представьте, вам 7 лет, вы сегодня не идете в школу, вы можете делать все, что угодно, что вы будете делать? И 15 минут они писали сочинение на эту тему. Второй группе студентов не говорили, что им 7 лет, просто сказали, что вы сегодня свободны, вам никуда не нужно идти, вы можете делать все, что угодно. И они тоже писали сочинение в течение 15 минут на эту тему. После этого им дали творческие задания. И первая группа, когда они представили себя детьми семилетними, варианты идей были гораздо интереснее, творческие их было больше. Поэтому, возвращаясь в детство, мы можем генерировать идеи бесконечно. Вот, ну, дійсно, тому що дорослий так починаєш думати, боже, що ж робити, що ж таке можна ще. А дитина, ну що може, пограти, помалювати, там, піти ще кудись, там, щось поїсти, ну, в такому плані. Можна ще помислити.
Слухайте, ну це просто так захоплює, захоплююче активізувати своє творче я. І от дивіться, якщо ми так будемо працювати, робити вправи дуже цікаві, що ми всі 100% нашого мозку активуємо, і що буде далі? От хотілося б дізнатися. І чи от як швидко це можливо, чи в кожного по-різному? Это достаточно быстро происходит, да, потому что на самом деле мы открываем то, что есть у нас внутри. Да, мы просто закрыли, нас приучили к тому, что, в принципе, творчество, оно характерно только каким-то особенным людям, да, то есть не у каждого оно есть. Фактически творчество – это глубины подсознания, в котором есть ответы на все вопросы. И так как мы с вами живем сейчас в 21 веке, когда век логики, да, вот анализа, он ушел в прошлое, а сейчас что у нас? Искусственный интеллект. Роботы, да, блокчейн, там какая-то электронная валюта, беспилотные автомобили, уже даже не просто беспилотные, которые без водителя, а которые даже без колес. В это время нам просто необходимо развивать свое творчество, потому что многие компании, вот, например, американские, приглашая человека к себе на работу, они ему дают определенный тест. Ну, например, такой. У вас сейчас встреча с командой инопланетян, которые не понимают речи, да, то есть они не могут понять словами, вам нужно рисунком описать им, например, Центральный парк. И вот из рисунков составляешь рассказ. Многим взрослым людям это не так просто, да, если они это изначально не тренируют. И даже мы столкнулись с тем, что ну, у нас есть детские группы, да, вот когда мы развиваем интеллект, и даже детям немножечко уже трудно, да, если это, ну, например, 4-5 класс. Потому что вот эта система образования, когда мы изучаем прошлый опыт, не критически воспринимая его, она немножечко блокирует ну, вот те каналы, которые нужно. Зрозуміло, Оксана, хочеться вам подякувати. Слухайте, дійсно, треба трішечки відходити від світу кібер, цифр, технологій, логіки, а не закорінювати в собі те творче, а підіймати його, тому що цього дійсно не вистачає. Способи дійсно класні і цікаві. Способи класні. Ми вам гарно дякуємо, Оксана Шевчук, тренер з інтелекту. Пообіцяйте, що ви прийдете до нас ще. Тому що дійсно з вами цікаво, і я погоджуюся, що творчість, вона обов'язково має бути.